На первый ковер приглашаются спортсмены весовой категории свыше 98 килограммов. В красной форме Арман Манукян, представитель Армении. В синей форме Георгий Закриадзе, представитель Грузии. На первый ковер приготовится спортсмен в красной форме Сингаев Василий, Беларусь. В синей форме Тачий Денис, Молдова. На втором ковре победу одержала Филиппович Анастасия, Россия. На второй ковер приглашается мужчины, весовая категория до 64 килограммов, раздел боевое самбо. Спортсмен в красной форме Абдилов Эйбек, Казахстан. Спортсмен в синей форме Вихно Евгений, Беларусь. На второй ковер готовится спортсмен в красной форме Потеев Дмитрий, Россия. Спортсмен в синей форме Гуркунов
Ризванидин, Таджикистан. На первом ковре победу одержал Георгий Закриадзе, представитель Грузии.